Лопатыч впадет в спячку. Когда зимой грустно, я думаю, хорошо медведям. Спят себе и в усы дуют. А когда зимой весело, мне, честно говоря, их жалко. Медведи особенные. Только им дано спать их целую зиму. Отнюдь. По последним научным данным, в спячку уходят также сурки, барсуки. И много кто еще. Вот. Черепахи, шиншиллы, ежики. Ежики! Да, ежики. Ежики! Все-таки это хорошо, что ты не впадаешь в спячку, как все остальные ежики. Без тебя зимой я бы со скуки умер. Ты просто особенный ежик. Выдающийся. Выдающимся ежиком всю зиму спать не обязательно, только ночью. Ну откуда ты мог знать, что тебе надо впадать каждую зиму в спячку? Ты абсолютно ни в чем не виноват. Более того, я считаю, что нужно спать тогда, когда хочется. А если не хочется, то и переживать нечего. Ты знаешь, что бывает от недосыпа? Раздражительность, слабеет иммунитет, портится здоровье, характер и зрение. Ты вообще представляешь, сколько я не доспал за эти годы? А что делать-то? Так ничего особенно делать-то и не надо. Хотя, если хочешь спать с удобствами, для этого нужно подготовиться. Перинку, подушечки, одеяло. Чайничек возле кровати, если вдруг пить захочется. Вроде все. Ложись, накрывайся, устраивайся поудобней, закрываешь глазки, заховываешь лапу в рот и спи. Спит! Лег? Да. Накрылся? Ну да, накрылся. Поудобнее устроился? Вроде да. Но спина что-то чешется. Спасибо. Теперь хорошо. Закрывай глаза, засовывай лапу в рот, спи. Спишь? Что-то не спится. Что-то совсем не спится. Ёжик, если ты хочешь поговорить со мной, то вынь лапу изо рта. Я говорю, чего-то совсем не спится. Ты не мог бы мне спеть что-нибудь? Ну, колыбельную какую-нибудь, что-нибудь убаюкивающее. Ну, не знаю. Я никогда никому не пел колыбельных. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо. Спи, ежик, мой добрый ежик, мой друг. Спи спокойно. Пусть тебе снятся самые хорошие сны. Хоть ты никогда не спал раньше всю зиму, я буду один все время думать о тебе. Пока ты спишь, мой лучший друг. А когда ты весной наконец проснешься, ты придешь на могилу своего друга, который этой зимой сдох от скуки и в полном одиночестве. Как же я без тебя? Я узнал, что, оказывается, не все. Оказывается.
Оказывается, не все ежики уходят в спячку. В далеких джунглях Индокитая есть вид ежей, которые зимой ведут такой же активный образ жизни, как и летом. Конечно, вероятность того, что наш ежик относится к этому виду, очень мала. Погоди, не спеши с выводами. Ежик, проснись-ка на минуточку. Смотри на него, он же типичный индокитаец. Ёжик, ёжик, как я рад! Что такое? Почему все мокрое? Что, уже весна?